Ребята, вы представляете, насколько классно будет внутри. Всем привет! Салют. С вами интересный и фикус. Как и обещали, если мы соберем на прошлом видео много лайков, то мы построим огромный, грандиозный, масштабный аэротуннель. Ребят, мы это сделаем прямо сегодня, и это будет что-то фантастическое. Если ты не подписался на канал, сделай это прямо сейчас, нажав кнопочку внизу. А мы погнали! Шо ты, Рэмбо? А, она тяжелая. Капец, она тяжелая. Первым делом мы эту всю клеенку хотим разложить по всему двору, чтобы оценить масштабы всего этого огромного тоннеля. Мы уже раскрутили его по всему периметру участка, вокруг домика. Я думаю, это максимум половина. Народ, это какое-то безумие, 100 метров туннеля, это вообще, мы сейчас раскладываем клеенку, и мы понимаем, что мы не знаем, где эти 100 метров разложить. Это слишком много. Прикиньте, мы еще не включали вентилятор, оно уже надувается за счет того, что мы проделали отверстие для забора воздуха, и туда загоняет ветер, и вот раздувает первые метров 10. Вот, ребята, самая главная неотъемлемая часть нашего туннеля. Потому что без этих вентиляторов наш туннель всего лишь клеенка. Ну что, включай. Да, ребят, вот это зрелище. Я думаю, соседи даже не представляют, что это такое. Лежит такая труба накачанная. Отсюда как эпично выглядит. Это идеальное решение, если у вас много детей, а на улице дождь. Вот в лабиринт их запильнули, и пусть все гуляют. Для того, чтобы наш туннель хоть как-то зафиксировать, и его ветром не уносило, мы решили его зафиксировать вот таким вот брусом. Кстати, помню, когда мы с мамой в селе бельевую веревку вешали и вкопали новые столбы из акации. И они, короче, потом проросли. Видите, мы уже этих столбиков навкапывали очень-очень много. Теперь наш туннель не сдувает ветром, и он не гуляет куда попало. Как вы видите, у нас вот здесь происходит пересечение туннелей. И для этого мы строим мост. Кстати, ребята, заметили, наш шуруповерт ожил. Мы его просто раскрутили, скрутили обратно, и он работает снова. Мне напоминает такой загончик в конюшне для лошадей. Но нет, это будет у нас мост. Мостик, который будет позволять нас проходить в одном тоннеле над другим тоннелем. Как в Гарри Поттере, живая картина. Да, точно. Пароль. Мама, я в ящику. Ребята, вчера ночью в Киеве прошелся огромнейший ливень. И нашу трубу всю под дождем прибило. Она аж сплюснутая стала. Вода вообще чай. А, тут вообще кипяток. Но сегодня уже хорошая погода относительно. Солнышко, тепло. И мы думаем, что если мы сейчас эту трубу раздуем нашу, тогда оно все выстрелит. Я больше боюсь, чтобы не скатился конденсат внутри клеенки. И у нас в нашем тоннеле не появились лужи. Ребята, мы сделали наконец-то наш мостик, он большой. Знаете, мне больше напоминает мостик для дрессировки собак. А еще у нас здесь будут двери, это будет вход в наш лабиринт, только с другого конца. И мы уже сделали вот такие прикольные двери, которые мы обтянем пленкой, и получится такой пленочный вход в наш огромный тоннель. Ну, сейчас мы его надуем и посмотрим, как оно будет всего выглядеть в готовом виде. Ух ты! Так эпично выглядит, что напоминает какой-то аквапарк, вот именно отсюда. Ребята, вы представляете, насколько классно будет внутри. Вы давно просили нас провести какой-то крутой конкурс. И вот тот долгожданный момент, когда мы его все же проводим. Один из призов — это потрясающая 3D-ручка Da Vinci.
3D-ручка Polaroid. Она очень крутая и, кстати, очень дорогая. И главный приз сегодняшнего конкурса – это гироборд Lego. Вау! Условия конкурса под видео, но они очень просты. Первое – это подписаться на наш канал. Второе – это подписаться на канал магазина Comfy. И третье – написать в комментариях «Я участвую», ссылку на социальный профиль или почту, чтобы мы смогли с вами связаться. Победителей конкурса мы огласим 26 мая в нашем видео. А еще на лайв-канале мы покажем, как мы рандомно выбираем победителей, а также как отправляем подарки. Мы купили в магазинчике все по 10 вот такой вот бумеранг. На упаковке написано, что 100% возвращается в руки. Сейчас мы это проверим. И либо он полетит в Серегину машину. Точно, давай. И... О, труси. Ребята, помимо нашего туннеля у нас еще будет комната, где мы сможем стоять, она будет настолько большая. Для того, чтобы соединить маленький рукав и большой, мы придумали вот такую вот систему, тупо его сшить с помощью проволоки. Итак, мы пришили нашу комнату к нашему туннелю, и сейчас мы уже на втором этапе. Это вход в эту комнату, а также это и конец. Вот здесь у нас будет дверь, вот, мы прикрепили нашу пленку к краям, к нашей дверной раме, вот, а двери еще не прикрутили, поскольку мы сейчас будем обматывать стрейч-пленкой для большей герметичности нашего тоннеля. И последний штрих. Ну что, включаем мотор? Она надувается! Фикус в теплице! Как же офигенно там дальше! Я себя чувствую таким крошечным большим воздушным шариком. Это здесь реально можно стоять. Как комната. А если бы мы весь туннель сделали такой большой? Если вы хотите, чтобы мы сделали весь туннель таким огромным, ставьте много лайков и пишите об этом в комментариях. Ребята, смотрите, какой он разноцветный. Ну что, народ? Настало время, что делать? Залазить! Испытывать наш лабиринт, наш туннель. Самая длинная теплица в мире. В самом начале на входе у нас эти зайчики рождают уже финишные ленты, а у нас это стартовые ленты. Вот. Ну на финише у нас они тоже есть, вот там. Из препятствия. Ты лужа. Остатки позавчерашнего дождя. О, ты уже там лежишь? Я вообще не понимаю, здесь вообще не жарко, из-за того, что здесь постоянный обдув, здесь прохладно, скажи. Смотрите, как она легко забирается наверх. Нет! Ух ты! Ребят, смотрите, как там сзади что осталось. Теперь я поднимаюсь. Норки. Опа! Не, все нормально. Фух, я на высоте. Ого, выглядит эпично. Я качаюсь. О, тут какая-то водичка и какая-то желтенькая водичка. Странно, странно. Ку-ку. Посмотри, какой тут туннель. Ого. Смотрите, здесь можно даже идти. Lost again, going back. Здесь у нас уже есть диван. Здесь самое большое озеро. Ребят, я чувствую себя как будто бы маленький, знаете, в каких-то там фильмах уменьшения. Мы очень приземленные. Вы знаете, есть океанариумы, а это какой-то травианариум. Потому что вся трава тут снизу так прикольно. Реально травианариум. Мы заблудились.
Мы вот сидим и думаем, где мы находимся сейчас, потому что реально что-то мы уже заблудились. Здесь был подземный дом, мы поняли, что да? Да, вот только потому, что вот здесь песок внизу, нет травы, это единственное место, где у нас ее нет. Действительно, здесь был подземный дом. Такой маленький проход. Здесь уже слышно, как шелестят ленты, мы уже близко. Финальные ленты, да? Это же насколько, ребята, круто ребенку здесь. Вообще, сделайте ребенку праздник, сделайте для него такой туннель. Фикус Таванди. Мы здесь лазим уже минут 20, и наконец-то вот она, финишная прямая. Слышите звуки? Вон она. Ого. Фикусов мост. Ребят, вот он, финал. Знаете, что еще классно? Здесь можно гулять, когда идет дождь. Вот только что начало моросить. А нам не страшно, это потому что у нас есть большой и огромный зонт. По одному доллару пускаться до дітей, и хай вони ползуть. Мы решили проверить, каково оно будет в темноте, когда мы добавили еще много фонарей. Я думаю, там нужно будет еще круче. Класс. Получился аэротуннель. Он получился потрясающим. Если он вам понравился, ставьте лайк. Да, если мы соберем много лайков, то в следующем видео мы вас четко удивим. Если у вас есть идеи, обязательно пишите об этом в комментариях. Да, кстати, сегодня, прямо сейчас, вышел крутой ролик у печеньки. О нелегальном входе в Чернобыль. Они нелегально пробрались в Чернобыль. Тот самый Чернобыль, ребята, это, наверное, крутое видео. И сейчас мы пойдем его смотреть. Да, потому что оно только вышло. И вы заходите, ссылка будет в описании на этот крутецкий видос. А вы ставьте лайки. Пишите внизу комментарии. Подписывайтесь на канал. Натаскайте на звеночек. Спасибо за просмотр. Всем пока.